смотрите телеканал ОНТ и «Песню года Беларуси 2019». Мы помним ее как финалистку первого сезона проекта «Талент Краины». Тогда она была еще совсем юной. Она продолжает работать усердно над собой. Пишет, исполняет собственные песни. Встречайте Лима Оста и ее «Дикий демон». Ух. Потерял однажды, не вернешь потом. Ты стреляешь метко холостым патроном. Это все не твое, твое, твое дело. Где я, с кем и как, и не узнаешь первым. Это все не твое, твое, твое дело. Для тебя я самый-самый дикий-дикий демон. Сладкие слова, ты сладкий, как маршмеллоу. Но это все не для меня, просто надоело. Но и ты не кем. Тебя любит идеалом, я не получится роман. Что ты будешь делать с этим фактом, что девчонка круче зачитала? Милый, я не знаю тебя. Каждый день новая маска. Снимай все фильтры, я не верю с добрым глазком. Конечно, нужно все простить. Друг друга просто отпустить. Снова по новой, слово за слово. Все эти игры утратили норму. И дальше так не может быть. Лима Оста!